пятницу в Самарской области будет преимущественно ясная погода, но местами пасмурно. Без осадков и легкий морозец. Днем -4, -6 градусов, ночью 7-9 ниже 0. Ветер южного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем -4 градуса, ночью -6. Ветер южный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -3, ночью 7 градусов ниже 0, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем 5 градусов ниже 0, ночью -9. Ветер южного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.